Все начиналось с невинной шутки. Теперь она абсолютно реальна. Новый адрес у целой планеты. Вот и сбылись мечты. Украина давным-давно приготовила подарок к этому событию. Дамы и господа, дверь в дом КВН! Подожди, Игорь, а зачем так много глазков? Я же говорю, дом ждали очень давно. Годы шли, Сан Саныч рос. Игорь, ну... Ну, шучу, шучу. Просто в КВН приходят разные люди. Александр Васильевич должен видеть... Кто пришел? В чем пришел? С чем пришел? А, Миша Галустян, заходи. Подождите, а где ручка с этой стороны? Понимаешь, Игорь, КВН такая игра, в которую можно войти, а выйти невозможно. Идиот, и ручку приделайте с этой стороны. А ключи? Где ключи? Ха! Ключи можно потерять! В эту дверь вмонтирован специальный замок, который открывается при помощи отпечатка пальца. Ну вот это круто! Кстати, а вот и тот самый палец. Вот его главное не потерять. Потому что если... Совсем с ума посходили? Александр Васильевич, мы обязательно все доработаем. Давайте начинать праздновать. С новосельем! Друзья! Сегодня, безусловно, праздничный день, но настоящему днепропетровскому мужчине никакой праздник не помешает исполнить свой отцовский долг. Сына! Да, пап? Я вчера с банкета вернулся. Да. Нормально все было? Нормально все было. Ты мне даже уроки помогал делать. Мне задали написать песенку про школу, а ты мне там исправлял, зачеркивал. Не, ну я надеюсь, песня понравилась? Понравилась. Директору понравилось. Участковому понравилось. Детский психолог тоже заинтересовался. А ну-ка, спой папе. Да не вопрос. Это песенка про нашу школу, где счастливо растет детвора. Мы в нее ходим стайкой веселой, но зараза в 8 утра. Я от хавки в столовой худею, что уже на себя не похож. И продленка чудесное место, но носить при себе лучше нож. Вызывают родителей в школу. Я что, лифт, чтоб меня вызывать? Я не сдал мусорам дядю Колю и на шторы не буду сдавать. Все вокруг унижают и брешут. Я запутался к черту в судьбе. Эх, пойду и в спортзале повешусь. Валентин Иванов, 3Б. В РОВД также хлопали. Слышишь, сына, а это дело как-то можно, ну, там, замять? Можно было бы замять, но ты мне вчера еще рисование помогал делать. Тогда переезжаем. Как, опять? Что я буду делать? Сколько можно переезжать, батя? Даже из самого уютного в мире дома иногда хочется уехать на несколько дней, ну, скажем так, на отдых в теплые края. Итак, молодая семья Игорь и Лена собираются на курорт. Лена, все, я готов. И я. Ну вот же, Лена, вот! Ученик превзошел учителя. Можно в путь? Сейчас я сумки возьму. А что ты смотришь? Здесь только крема для пляжа. Кто тебя создал такую? Как только крема для пляжа, Лен?
Лена, мы туда едем загорать или торговать? Они все необходимы. Я тебе сейчас вмажу. Ты поднимешь на меня руку? Я вот это все тебе сейчас вмажу и разотру. Знаешь что, Игорь, например, без этих двух кремов на пляж соваться вообще нельзя. А, ну да, это ж классическая пара. Крем от загара и крем для загара. Что ты делаешь? Смотри, сейчас драться начну. Игорь, перестань. Не-не, должны начать, крема дорогие. О-о-о! А вот этот бугай сейчас их вообще завалит обоих. Это крем для век. Литр? Лена, ты себе вообще размер века представляешь? Ай! Что такое? Селчипегу! Ай! Ай! Что ж ты не бережешь-то меня, Ленка, а? Ты хоть ценники от этих банок отклеивай! 400 евро! Он того стоит. Это крем для груди. Вопросов нет. Где грудь для этого крема? Господи, какая я была слепая! Ну, это раньше, сейчас же у нас есть крем для век. Я тебе сейчас помогу сразу же. Вот зачем ты это делаешь? Да просто я понять не могу, почему, если мы постоянно ввозим с собой весь этот... Крематорий! Когда сгораю я, ты меня сметаной мажешь. Ну тебя! Вот почему-то всегда так. Когда она начинает плакать, я что-то ее так сильно люблю. Игорь, солнце сейчас такое опасное! Друзья, все-таки как же здорово, что у КВНа появился собственный дом. Александр Васильевич, мы обязательно будем приезжать в гости. Да, вы только пальчиком поманите. Да успокойтесь, ребята. С новосельем, КВН! Здесь будет свет!